В одной умной книжке написано, что человек – это то, что он видит. Люди и знаки. Как они влияют друг на друга? Постараемся разобраться в этом вопросе, а для этого давайте просто погуляем по городу. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки.